Ножки вверх, руки. Иди. Иди, иди. Оп! Хорошо. Вот сейчас хорошо. Давайте сходу еще дубль. Как дела, ребят? Все нормально. Хорошо. Значит так, берем крупный бросок, и потом они уходят. И все. Понятно? То есть с автоматом. Понятно. Только не бойся. Ничего, ничего. Все будет. Спасибо. Ну что, можем снимать? Все приготовились к съемке, будем снимать. Тихо! Давай! Пирамиду. Лезь, Захар. Давай. Ходу, Лёшка, ну, ходу. Держись, держись, Лёшка. Держись, Лёшка. Извините. Могли бы поосторожнее. Простите. Ну, ладно, ладно. Они все смотрят, да смотрят. А, ну, ходу. 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 А ведь похож, Людочка. Похож, что он похож, Лев Петрович. Но все-таки давайте посмотрим еще. Пожалуйста.
видал? Видал. А что такое? Зачем? Вы чужие вещи одеваете. Как это чужие? А чьи же? Мы знаем, это не ваше. Это другого гражданина. Другого? Нехорошо, гражданин. Мне красиво. У них там что-то случилось. Вы что-то путаете, ребята. Это мои вещи. Вас же здесь не было, когда я раздевался. Это его не было. А мы видели другого гражданина. Это не его полотенце. Это не его сумка. Это не его ласты. А чем вы, товарищ, можете доказать? С какой стати ребятам обман? Ну, конечно, конечно. Зачем ребятам придумывать? Просто они ошиблись или перепутали. Вот, пожалуйста. Возьмите там в кармашке, в правом кармашке пропуск в дом отдыха. Пожалуйста. Моя фамилия Сухоруков, ИК. Второй спальный корпус, палата 18. Там, кстати, моя фотография есть. Похож? Похож? Угу. Я же говорю, путают ребята. Извините. Ясное дело, обознались мальчишки. Так какие будут мнения, товарищи? Какие будут? Мнения какие-нибудь будут, товарищи? Извините. Простите. Ошиблись. С кем не бывает. Хорошее поколение растет. Внимательное. Ходу. Ходу. Нет, его надо брать. Егор Андреевич еще спасибо скажет. Уже. Дорогие подружки, доехал хорошо, встретили хорошо, живу хорошо, жду ответа. Красное лето! Что, здесь не хватает? Девочка, разве так вежливо? Зато справедливо. А что, у вас в городе все такие справедливые? Не то, что у вас, в деревне. У нас не деревня, у нас морской поселок. Рыбацкий поселок. И что же? У вас нет почты? Ты что, Оксана? Почту я ищу, дядя Володя. А вон мальчишки смеются. Садись, довезу. Киносъемочная. Привет! Артистка! И как давно это произошло? Минут 30 назад. Полчаса ты добирался с пляжа. Ну, были всякие препятствия. Оповестить соседей, сообщить в отряд. Перекрыть дороги на веселые, степное и лучистые. Есть. Выслать наряды на перекресток и автостанцию. Приметы запомнили? Так точно. Действуйте. Есть.
А где ребята? А я их послал. На всякий случай. Лёшку и Тимку на перекресток, а Стёпу и Захара на автостанцию. Ну, пускай смотрят. Это ты правильно сделал. Только совсем правильнее было бы, если бы вы вообще шума не поднимали. Да. А если человек чужие вещи одевает? Спасибо. Обратно не заблудишься? Разве вы не подождете? Некогда мне. Прямиком в город, в аэропорт. А кто приезжает? Прилетает. Главный шпион. Андрей Семенович, вы ему привет передайте, ладно? Не возьмете попутчика? Или вы только шпионов возите? Садитесь. Простите, пожалуйста, не заметили. А мы больше, дяденька, не будем. Не будем, не будем. Так получилось. Соображать надо. Мы соображаем. Вы бы уроками лучше занимались, футболисты. А у нас каникулы! Видал? Артист какой-то поехал. В шляпе. Значит, про шпионов кино будет. Про них, проклятых. Сейчас за главным еду. Саврасова его фамилия. Может, слышали? Вот я и говорю. Какой Саврасова шпион, да еще главный? Шпионы они какие. А Саврасов? У него же глаза добрые. Вообще-то у нас картина детская. Про детей. Дядь Володя. Понятно. А номера? Пожалуйста, переписывайте. Догадались. Спасибо. Уверены? Точно. Тимк? Да вот, по его милости. Одну машину не остановили. А, служба такая. Только вы, в случае чего, наш киносик, понимаете? А что такое? Остановят, разговором не оберешься. Скажут, колымит, подрабатывает. Могут остановить. Thank you.
полковник. Вольно, вольно. Здравствуйте, Алексей Дмитриевич. Здравствуйте. Знакомьтесь, наши коллеги из областного управления. Алексеев, Лялин. Прошу, товарищи, в машину. Ну, рассказывай. Я тогда связался с дорожным отделом ГАИ. Поехали. И попросил проверить этого гражданина в белой шляпе. Кино, значит, снимаем. Попрошу путевочку. Так, 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 так. Откройте багажник. Пожалуйста. Спасибо. А почему пустой, без попутчиков? Да был у меня тут один. От самого прибрежного ехал. У перевала сошел. Паспорт, что ли, он в гостинице забыл. Меня упрашивал вернуться. Но мне же нельзя. Мне же в аэропорт надо. Главный шпион у нас прилетает. Саврасов. Может, слыхали? Нет. Вот я и говорю. Какой из Саврасова шпион? У него же глаза добрые. А где, говорите, сошел? А у перевала. За Сорочи. Вещички тут свои оставил. Какие вещички? Вот. Так торопился, бедняга. А куда мне с ними? Мне за Саврасовым надо. Шпион он у нас играет. А вообще-то картина у нас про детей. Детская, одним словом. Мальчики! 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 Подождите! Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здрасте. Тебя ведь Марченко звать? Роман, верно? Ну. И живешь ты на Зеленый дом 32, так? Так. О, вот видишь, мы все про тебя знаем. И в каком классе ты учишься? И что в отряде ЮДП командир. А в чем, собственно, дело, граждане? А в том, что мы из кино. Из кино? Да. Мы ищем мальчишку, который мог бы отлично прыгать, нырять и плавать вместо нашего героя. Дублировать. Вот поэтому вот этот товарищ Ромка Марченко нам очень-очень нужен. А не врете? Старший лейтенант Васильев, так видно спешил, что даже не постарался как-нибудь замаскировать. Конечно, для него время дороже. Кто опознал убитого? Директор съемочной группы. Да. Все-таки ушел, негодяй. Спасибо. Красиво он нас обвел. За это время из аэропорта десятки самолетов вылетели. Что думаете делать, майор? Его фотографию. Нам теперь понадобится несколько тысяч его фотоснимков. О, работают полуношники. Захар.
Лёшка. Лёша. Тимка. Ну, а ты известна, Марченко. Марченко. Ну, как тут у вас получилось что-нибудь? Вот, пожалуйста. Частности, конечно, возможны. Но, в принципе, похож. Как, ребят, похож? Похож. Я даже не знал, что так можно. Правда? Если вы мне сказали, опиши его приметы на бумаге, я бы не смог. А так совсем просто. Глаза эти, не эти. Нос этот, не этот. Подбородок этот, не этот. Совсем просто. Положим, не так просто. А вы знаете, сколько мы потратили время? 2 часа и 14 минут. Ну, братцы, у меня же мама. Ох, что будет? Ты знаешь, мне у вас очень-очень нравится. Я на море первый раз, а кажется, знаю это всю-всю жизнь. Ты не веришь? Не знаю. Может быть. Стоп! 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 Так не годится. Будем еще репетировать. Понимаешь, Оксанка? Понимаешь, ты ведь все-таки первый раз на море. И вот этот берег первый раз, и скалы первый раз, и даже небо. Такое первый раз. Хорошо, я попробую. А ты тоже хорош. Ну, сколько раз мы с тобой говорили о походке? Ну, что не ясно, спроси. Ведь ты же сын моряка, внук моряка. Ну, ясно? Понятно. Сделаем еще разочек. Приготовились еще раз. Приготовились все. Будем снимать. .325 дубль 6. Есть. Ты знаешь, мне у вас очень-очень нравится. Ну как, нравится? Кто? Вообще, съемка. А, очень. И мне очень. Стоп, 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 стоп. Оксана, в чем дело? А что он смотрит? Кто смотрит? Он, посторонний. Все смотрит и смотрит. Ну, это просто безобразие. Ну, почему посторонний на площадке? Вот, пожалуйста. Стойте, стойте. Подождите, ребята. А это не посторонний, Егор Андреевич. Это наши местные ребята. Вот это вот Тимка. Это Захар. А вот это Ромка Марченко. Тот самый. Помните, я вам говорила? Ах, тот самый. А, да. Так что же ты, спортсмен-подводник, съемка мешаешь, а? Я могу уйти. Ну-ну-ну, что ты, что ты. Да. Пойдем-ка я тебя познакомлю с нашими героями. Знакомься. Это Володя. Это Оксана. А это Ромка. Фамилия Марченко. Так что ты не пугайся, Оксана. А если он будет смотреть, я все равно не смогу. Пожалуйста. Куда, куда, куда? Нет, ты стой именно здесь. Давайте без капризов, а? Ты, голубушка, никого не должна замечать, кроме Володи. Для зрителей вы здесь одни. Понятно? Одни. И нет здесь никакого Ромки Марченко, ни кинокамеры, ни меня. Только море, только скалы. Володя, ты. Ты и Володя. Ясно? Ясно. Да. Вот так. Приготовились. Съемка. Все на места. Все на места, товарищи, снимаем. Оксаночка, Володя, на место. Все, давай. Это что такое? Дяденька, подыми. Вон. Я тебе дам подыметь, ишь ты. Игрушку нашли. Подыметь. .325.
Извините, но нам надо. Честное слово, очень надо. Очень надо. Куда это они? Сбор по тревоге. Я вас ищу, ищу. Весь отряд с комплектами номер один. С комплектами? Акваланг искать. Бухта на квадраты, а в квадратах мы дно просматриваем. Работка. Подожди, какой акваланг? Незнакомца. В чем-то он шел к нам под водой и в бухте бросил. Мне дядя Валя сказал. Стой! У тебя слева кто? Степка. А справа? Ты. Ну меня не предупреждай, я предупрежденный. А у тебя? У меня справа Шурка Харитонов, слева Барсов. Хорошо, а у тебя? Слева Затонский, а справа Валька Курочкин. Затонского я уже видел, а Вальку нужно предупредить. Входу! Входу! Иди, иди, сынок, гуляй. Только умойся и почистись. Связываться неохота. А что, старики, не прокинуть ли нам по стаканчику? По стаканчику? Можно. Как мыслишь, Лёва? Пить так пить. Пошли. Три стакана. Минеральный. Плати, Лёва. Поехали, старики. Вот она, современная молодежь. Такие молодые, здоровые, красивые парни. И вдруг минерально. Так ведь не дожили еще до коммунизма. А, понятно. Минутку. Мне вон ту бутылочку открыть. И стаканчик для меня. Идет? И чего ты, друг, вертишься? Под ногами путаешься. Ну, давай. Ты ведь бежал куда-то. Ну и беги, не задерживайся. Да ведь это он. Знаю. Ты уж, друг, не мешайся. Все, ребята, закругляйся. Дальше глубина нырять будут аквалангисты. Сбросьте буи, а сами на берег. Лодку сдать. Так ведь не нашли, дядя Валь. Такая уж служба, коротко. Может, аквалангов вовсе нет? Как нет? А мы искали. Правильно, что искали. Чтобы убедиться, знать наверняка, чтобы в другом месте искать. Такая уж служба. Сюда, Володька. Смотри, пошли попросим? Пошли. Вам, граждане, дальше надо пройти. На лодочную станцию. Здесь не для прогулок. Пошли, не будем мешать деловым людям. Правда, мальчик, что вам стоит? Мы только прокатимся и все. Идем. Разве с таким народом договоришься? Что ты этим хотел сказать? Что слышал? Ну-ну, говори. Зачем же? Это ты говори. И еще скажешь, что не обрадуешься. Ну, честная пионерская. Честная комсомольская. Какого грозно. Между прочим, у Володьки юношеский разряд по боксу. Да? А у Ромки разряд по самбо. Как швырнет, полчаса откачивать будете. Володька. Что ты сказал? Что слышал? А ну повтори. И повторю. Жалко мне тебя. А ты не жалей. Володя, Вовка, ну пошли. Володька, ты ушибся. Лихо. Это приемом, да? А ну давай еще. А не боишься? Давай, давай. Ну давай. Володя.
Может, не надо, а? Я серьезно. Давай я. Давай. На, держи. Будет вместо холодного оружия. Ага, хорошо. Бей. Бей, не бойся. Так, давай, папа. Володь, не больно? Держи так голову. Дырнда, пустяки. Вот так. Пустяки. До свадьбы заживет. До свадьбы? У него же завтра съемка. Вот он дома. Заканчивай, герой. Собирайся. Некогда мне. А носы актерам разбивать было когда, да? Он не разбивал. Ты молчи, не вмешивайся. Тебе вчера надо было вмешиваться. Знаешь, у Володьки нос вот такой, и щека в зеленке. А ты чему радуешься? Я не радуюсь, я рассказываю. Некогда мне. Виноград ждать не будет. А люди? 60 человек. Они, значит, пусть подождут, да? Вся съемочная группа, весь коллектив будет целую неделю простаивать, ничего не делать. И все из-за твоего вчерашнего хулиганства. Он не хулиганил. Молчи, тебе говорят. Егор Андреевич так сказал. Сам Марченко виноват, сам пусть выручает. Собирайся. Куда собираться-то? А что, разве я не сказала? Сниматься. Прыгать вместо Володи. Молодец! Так и снимаем. Снимаем. Внимание на берегах! Приготовиться! Подготовьте! Прыжок по команде! Внимание, товарищи, приготовились! Громко! Готов! Ты как-нибудь задержись! Задержись в воздухе! Уж больно быстро все! Удивляешь ты меня, Витя, как он может задержаться? Что, да вертолет, что ли? Он парень толковый поймет. Приготовились! Мотор? Есть мотор! Громко! Пошел! О, парень, просто цирк какой-то. Разотрите его, пусть отдохнет. Один дубль есть. Да не надо, зачем? Не холодно. Надо, положено. По технике безопасности. Из тебя, дорогуша, вот такой дублер получается. Да. Спасибо. Ты что, ты так с открытыми глазами ныряешь? Ну, когда прыгаю, то нельзя. А в воде, конечно. Хочешь? Я тебе краба достану. Они сейчас там на солнышке греются. Большущего. Вот такого. Такого? Достань. Прыжок и разворачиваемся влево. Ёмка! Марченко на место. Все приготовились. Я готов. Что же думаешь? Ты думаешь, это забава, да? Это все-таки работа у нас. Ох, вот что, давай, пожалуйста, без шуток. У нас тоже сердце есть. Ты что, устал? Нет, нет, я готов. Ну вот, голубчик, понимаешь?
Кончилась пленка, а тот дуб не пойдет. Можно снимать? Можно. Пожалуйста, на Филюге, возьмите его на борт, будем еще раз снимать. Ромк, ну его краба, не надо. Приготовились! Приготовились? Мотор! Есть мотор. Пошел! Какое-то расчетливое хулиганство. Сначала ты нас, главного героя, на целую неделю лишил, а теперь сам съемку срываешь. Мне на берег надо. Надо. Ну вот что. Отдохни. Сделаем 2-3 дубля и все на берег пойдем. А мне сейчас надо. Ну, знаешь, Марченко, у нас не детский сад, чтобы твоим прихотям потакать. У нас работа, у нас план. Не можешь же грубо простаивать из-за тебя. А мне надо. Что? Нет, вы послушайте, как он это говорит. Мне надо. Ему надо. Выходит, наше надо для него уже ничего не значит. Ха, нет, это мне хорошенького дублера подыскали. Сейчас же найти замену. Как же так? Я ничего не знаю. Сделаем, сделаем. Как хотите. Куда ты? Спасайте! Скорее! Немедленно! За ним! Да нельзя нам туда. Камни. Марченко говорит, 6-го участка. Мне капитан срочно нужен, Никифоров. Хорошо, жди. Марченко, ну что там случилось? Почему ты на 6-м участке? Есть, Алексей Дмитриевич. Что есть-то, Марченко, что? Как что? Акваланги. Акваланги? Ты не ошибся? Аппарат не один? Нет, 3 комплекта. Я хорошо видел. Все, жди на месте. Есть ждать на месте. Что это значит? Сигнал. Это мне сигнал. Застопорить. Лечь в дрейф. То есть, как это застопорить, когда нам двигаться надо? Чей это сигнал? Пограничный. Видно, этот паренек нашел что-то здесь. Вот нас вроде буйка используют. Ребята, где сядем? Вон свободный столик. Разрешите, мисс? Сэр, идите своей дорогой. Так я же от души. Так сказать, по-джентльменски. Володька! Эй, отваливайте! Отваливайте! Кавалер! Рыцарь, заработать хочешь? Граждане ковбои, вам же сказали. Вот и топайте. Ты еще рыбалка, нос подотри. На
На-ка, подержи. Держи, тебе говорят. Ну-ка, пошли отсюда, ну-ка, пошли. Что ты? Пошел. В чем дело? Прекратите. Хулиганство. Пошли. Ты так, да? Так. Вот молодежь пошла. Ну погоди, рыбалка. Мы с тобой еще увидимся. Три аппарата. Один отработанный, два других целый, заряжены по норме. Получается, незнакомца надо ждать обратно. И ни одного. С компанией. Что будем делать? Вытаскивать? Ни в коем случае. Оставьте все как есть. Товарищ лейтенант, как специалист, скажите, долго они там смогут пролежать? Ну, в том смысле, чтобы использовать потом. Может, неделя, может, месяц, а может и год. Но судя по тому, как аппараты оставлены, ими должны воспользоваться в самое ближайшее время. Это его рейс. Черт возьми. Волнуюсь, как при первом свидании. Это и есть первое. Ребята на месте? На месте, ждут команды. Максим Витальевич. Да? Только что сообщила Москва. Полковник прибывает этим рейсом. Василий Иванович? Сам. Любопытно. Кстати, вот они выруливают. Давайте к ребятам. Будем встречать. Есть. Пойдет навстречу пассажирам. Смотри внимательней. Не прозевай. Хорошо. Поехали. Смотри, он будет идти вон от того самолета. Только, пожалуйста, не отвлекайся. Он! Точно он! Ха, очки одел! Думал, что не узнаю! Как свидание? Состоялось. Однако цветы, наверное, мне. Василий Иванович. Здравствуйте. Очень рад. Как это вы оказались вместе? Аэрофлот. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то там у них случилось. Рейсы объединили. Однако неважно. Как ребята, здесь? Здесь. Признали? Признали. Смотрите, сейчас главный эксперимент. Признает ли он мальчишек? Мальчики, пошли. Однако рискованно. Зато не отвертится, когда увидит себя на экране. А запаникует? Тоже неплохо. Будет торопиться, спешить. Нам же лучше. Где ваши люди? Здесь. Павлик, вот здешние товарищи. В темпе знакомьтесь, действуйте совместно. Здравствуйте. Ребята. Павлуша. Однако ты мне лично отвечаешь, в каком виде он прибудет в прибрежное. Целости и сохранности. Ну, конечно. Авансом тебе. Как это вам удалось так быстро выйти на него? Однако не мы на него. Он сам на нас вышел. Позавчера просматривали пленку о путешествии по Москве одного интересующего нас иностранца. И вдруг новое лицо. Сравнили с вашими фотографиями, вроде сходится. А тут сообщение об аквалангах. И он почему-то заторопился. Вот вместе и прилетели. Я, правда, боялся упадений, но раз эксперимент получился... Он уехал на такси. Павлик и ребята следуют за ним. Спасибо. Куда нам? На Амун туда. Получается, обыкновенный связник? В
том-то и дело, что необыкновенный. Уж очень тщательно они обставляют его переход. Думаете, обратно идет не пустой? Убежден. Уж очень тонко работает, сукин сын, не подкопаешься. Как будем брать? В самый последний момент, голым, в воде. Если у него есть какая-нибудь информация, то она у него будет в плавках. Этих ребят, которых он видел, нужно время из поселка отправить. Куда? К тетке, к бабке, ну, как это делается в семьях, на лето. Теперь нам никак нельзя его спугнуть. К тетке. К тетке. И где ее только откопали? Пока. Пока. Всего. Вареньем закормят. Бабки они все такие. Ну, давай. Пока. Пока. Я все равно долго не выдержу. Я эту тетку слушаться не стану. Сама отправлю. Проходите. Садитесь, пожалуйста. Не беспокойтесь. Стою. Давайте решать вопрос. 36 дайте. Алексеев, тут ко мне во гневе киногруппа примчалась. Да, в лице директора. Марченко им нужно оставить во что бы то ни стало. Так вот и я говорю, нельзя. Не положено. Да вот он сам сейчас будет говорить. У нас срывается план. Завтра начинаются подводные съемки. Хорошо, хорошо. Мы подумаем. Да, да, подумаем. Сообщу. Обязательно сообщу. Артист Марченко. Вот так им нужен. Что будем делать? Однажды, друг, мы выйдем за порог, и долог или труден путь, неважно. Мы знаем, что любая из дорог на счастье приведет. Он еще играет. Однажды. Мы знаем, что любая из дорог. Остаешься здесь. Ясно. С категорическим условием. На съемочной площадке никуда. Я его зачислю подсобнику. И будет он у меня как миленький. Отмечать свой приход и уход. Понял? Понял. И, как говорится, не дайте бог принять хоть одно самостоятельное решение. Так вот, ребят, да-да, поезжай на место, на место. Так я о чем говорю? После команды начали, вы делаете все очень медленно. Взял. Ты главное, дети, чувств. И сразу планкой поправочку делай. Да, нам туманом всю площадку покрыть надо. Понял? Ясно, дядя Паша. Ну, дуй, беги. Да не задерживай, когда команда будет. Внимание, приготовились к съемке. Все по местам, товарищи, будете снимать. Будете снимать. Давайте, дым. Все по местам. Дым, пожалуйста, давайте. Петра, дуй. Ну где дым? Где дым? Все, где дым? Хорошо, пошел дым, хорошо? Куда, куда, куда дым? Давай, сходи, кто там слева, отходи! Еще дальше отходи! Всю площадку дыма запутали! Отходи! Кто, кто?
Ну, снимать нельзя, нельзя снимать. Подождем, давайте. Ну, кто там слева, дядя Паша? Мартин, ай, что ты делаешь? Фу, дай сюда. Надо же следить за ветром. Они стоят на месте. Надо, чтобы дым до площадки доходил ровным слоем. Чтобы зритель поверил, что это туман. Понял? Давай, дядя. Нет, 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 нет. Такими помощничками беги на площадку. Там Лев Петрович тебя разыскивает. Беги, беги. Мальчик, ну где ты пропадаешь? Не в службу, а в дружбу. Съезди, пожалуйста, с шофером в поселок. Нет, не могу я в поселок. В ресторане надо забрать ящик с кефиром. Ну помоги, друг. Нельзя мне, не могу я. Раз я тебя посылаю, я за все отвечаю. Ну, ну не в службу, а в дружбу. Помоги, друг. Сейчас перерыв дадим, чтобы люди перекусить могли. Ну, договорились? Не в службу, а в дружбу. Земля, друзья, поката, и сколько ни иди, всегда идешь куда-то, и что-то впереди. Шагай с утра, ни пуха, ни пера, тури, тура, тури, тура, туристы. Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, тури, тура, тури, тура, туристы. Я за кефиром. Ты из кино? Ага. Лев Петрович послал. Не в службу, а в дружбу. Выходи во двор, там у служебного входа. Подожди, я тебя вынесу. Туритура, туритура, туристы. За нас не старые знакомые. Спасают. Привет. Хорошо. От солнышка Панама, от лени весь мешок. Шагай с утра. Прошу, сэр, прошу. Вот там, вон наш столик, прошу не отказать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, туритура, туритура, туристы. Ты чего? Идем, поговорим по душам. Земля, друзья, богата, и сколько ни иди, всегда идешь куда-то, и что-то впереди. Шагай с утра, ни пуха, ни пера, туритура, туритура, туристы. Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, туритура, туритура, туристы. Делаешь. Здрасте. Здравствуй. Сорваться хочешь? Сейчас же уходи отсюда. Где тебе нос? Полчаса назад сказала, иди во двор. А где кефир? Где кефир? Во дворе, конечно. Забирай скорее, уходи. Посылай тут всяких. Вот ерунда какая. Все может пойти на смарку. Заставу поднять по тревоге. Предупредите соседей, сообщите в отряд. Есть. Если они запаникуют, они будут дожидаться рассвета. Да, Роман Марченко, обеспечил ты нам беспокойную ночку. Ну? Что надо? Пусть она идет. Нет. Хуже будет. Иди. Ну, пожалуйста, иди. Ну? Не очень. А то останусь. Идите, мисс, идите. Спокойной ночи. Иди. Идем с нами. Куда? Куда надо.
Только ненадолго. Ненадолго, ненадолго. А мы что, его бить не будем? Молчи. Я-то молчу. Он что, лохматый сказал? Дальше не пойду. Что надо? Покурим, старики. Вот что, рыбалка. Пожалели мы тебя. А лохматый велел кончить. Сволочи, пижоны, подонки. Ну, кончайте, кончайте. Заткнись. Дурачок. Ты думаешь, мы под ним ходим? Да плевал я на лохматого. Ты ему чем-то не угодил? Пусть он сам с тобой рассчитывается. Ты меня обидел. Да еще при девчонке. В столовке, помнишь? Я знаешь, какой мстительный. Я мстительный. Ты зачем меня в живот ударил? А может быть, у меня аппендицит? Вырезали. Вовремя вырезали. Слышь, а может, ты прощения попросишь, а? Здесь, при них. Отпущу. Честное слово, отпущу. А лохматый? Да плевал я на лохматого. Думаете, он нам правду говорил? Выкуси, надо что-то от нас. Вот и крутит. И зачем ты, Лёва, у него десятку брал? Так я же взаймы, я отдам. Мать пришлёт, я и отдам. Подонки, пижоны продажные. За десятку продались. Ты такой, да? Такой? Ну и валяйся здесь один. Мы тебя завтра навестим, днём. Лохматый велел завтра 12 на пляже быть. Велел. Да плевал я на лохматого. Хочу, приду, а хочу, нет. Топаем, старики, топаем. Спокойной ночи, герой. Thank you.
Спят черти, как космонавты перед стартом. Может, мы просто паникуй, дадим отбой? Да нет, погуляем. Никуда я отсюда не пойду. И не проси, здесь останусь. До рассвета? На всю жизнь. Ромка, что с тобой? Нет мне никакого прощения. И все из-за кефира. Какого кефира? Обыкновенного. В бутылках. Не в службу, а в дружбу. Я же приказ не выполнил. Лохматого спугнул. Теперь из-за меня все сорваться может. Да говори ты толком. Что сорваться? Кого спугнуть? Я ничего не понимаю. А тебе не надо знать. Не положено. Опять тайны? Ну хорошо, тогда я уйду. Уходи. И уйду. Уходи, уходи. И ухожу. Хорошо, ты оставайся здесь на всю жизнь. А я ушла. Ушла я. Ром, уйду ведь? Подожди. Куда ты сейчас одна? Не сердись. Я сейчас сам на себя злой. А ты молодец. Я даже не думал, что ты такая храбрая. Храбрая? Ты знаешь, как я боялась, когда кралась за ними? А когда дрались, чуть не закричала. А ты говоришь, храбрая. Трусиха. Конечно, храбрая. Ведь пришла же сюда. Не испугалась. А краба я тебе все-таки достану. Большущего. Вот такого, на память. И будешь ты в своем городе вспоминать наше море, наш поселок. И пляж. И пляж. Постой, постой. Ведь это же самое главное. Он сказал, 12 часов на пляже. Бежим. Наконец-то прибыли. Внимание! Сообщите готовность. Как глиссер? Порядок, стоим за скалой. Вертолет? Ждем команду. Группа суходоли? Находимся на месте, контролируем дорогу. Хорошо, всем ждать. Не отключаться. Они пошли в море. Приготовились, братцы. Начинается. Лялин, Павлик, на место. Подтяните часть людей к одежде, пусть там ждут. Ясно. Всем, всем. Включить мотор и доложить готовность. Вон они. Вижу. Начали. Всем начали. Всем начали.
только один. Где же вертолет? Держать всю бухту под наблюдением. Всю бухту, он не мог уйти далеко. Осмотреть весь берег. Павлик! Эх, Павлик, Павлик. Как это могло случиться? Он не пошел на место. Видимо, нырнул раньше. Мы же не думали. Не думали. А он, как видишь, думал. Передай Лялину этих молокососов в машину и на заставу. Там с ним поговорим. Будем закрывать район? Немедленно. Есть. Что же он мог заметить? Чего испугался? Предупредите по всем пляжам. В случае хищения одежды сейчас же сообщать приметы. И все же время он будет в плавках ходить. Куда? Собираетесь, поедете тоже? Мы из госбезопасности, живо! Говорил же я вам, говорил, зачем путались? Заткнись! Держи. Идите прямо к машине. А руки? Что руки? Руки-то вверх надо. Детский сад какой-то. Идите. Здравствуйте. Оксана. Егор Андреевич сказал, что все равно ты останешься на берегу. На катамаран тебя не пустят. Подводные съемки — это не баловство. Пусть. Пусть только на берегу. Я его теперь одного никуда не отпущу. Он же опять что-нибудь натворит. Ой, болтуша. Поехали. Есть, Василий Иванович, есть! Они обнаружили его. Хорошо, мальчики, хорошо. Не выпускайте из вида. Thank you.
нельзя пока-то, и сколько ни иди. Всегда идешь куда-то, и что-то впереди. Шагай с утра, ни пуха, ни пера. Тури, ура, тури, ну что, ура, тури, не жалеете еще, а? Взялся за гуш, не говори, что не дюжи. Разметался, да? Смотри, и в прошлом году здесь снимали. Любят киношники эти места. Идем. Ну что же вы? Извините, мне надо вернуться, я вспомнил. Извините. Плохо дело. Вода мутная. Какая же мутная? Я вас очень хорошо видел. Видать-то и я тебя видел, глазом. А вот оператор недоволен. Пленка, она, брат, особой прозрачности требует. Так что раз-два проэпетируем, снимем дубль, и все. Все? Но сегодня все. Потом проявим пробочку, и завтра будем снимать, ясно? Ясно. Товарищи, не попадался вам на дороге высокий мужчина в черных плавках? Попадался. А где он? Он там остался. За тем поворотом. За мной. Ой, вечно ты, Майка, в какую-то историю вяжешься. Можно мы с ними? Давай, ребята. Ну ладно, я пошел. Держи. Валяй. С этим обеспечением чепуха какая-то. То одни, то другие. Запутаешься. Уже запутались. Еще кино. Никакого порядка. Воп ушел. Ты его знаешь? Наш вроде. Дай докурить, пожалуйста. На. Спасибо. И мне. На. Что ни день новые люди, то из дельфина, то со спасалки. Вот и обеспечили, а? Ты следующий, приятель. Давай. Ты с этой трубкой ходил? Ходил, а? Твоя маска, твоя. Я тебе ее сейчас верну. Сюда! Thank you.
Василий Иванович. Было зашито в плавках. Однако не дотянули до бархатного сезона. Как там? Порядок. Воды наглотался, а рана пустяковая. Даже ребро не задето. Неужели придется другого дублера искать? Ерунда. Этот остается.